самых разных уголков планеты начинают собираться перед Вестминстерским аббатством за несколько дней до свадьбы принца и будущей принцессы. Запасаются спальными мешками и палатками, и даже сильный ветер и периодически капающий дождь не уменьшают энтузиазма фанатов королевской семьи. Когда поддержать стоячих и лежачих выходит надежда всего королевства принц Уильям, многие не могут сдержать эмоций. Мы тебя так любим, ты супер, ты такой лапочка. Удачи тебе завтра. Ой, так мило, спасибо, спасибо большое. Я так взволнована, я здесь с раннего утра, чтобы посмотреть на будущих короля и королеву. Сегодня начинается новая эра, грядут перемены. Не только миллионы людей по всему миру готовятся к грандиознейшему событию – бракосочетанию Кейт и Уильяма. Королевская гвардия неустанно репетирует и начищает сапоги. Сотни полисменов, изучивших маршрут движения свадебного кортежа, вдоль и поперек штудируют окрестности и скручивают хулиганов. А военные самолеты наблюдают за всем процессом с воздуха. Власти Британии принимают беспрецедентные меры безопасности. Моя задача – следить за тем, что происходит внизу. Все должно идти по плану. Следят за происходящим с неба не только летчики, но и космонавты. Они отправляют на Землю свои поздравления. От космической экспедиции номер 27 наши наилучшие поздравления. Еще до начала бракосочетания нетерпеливые фаны принца Уэльского и Кейт Миддлтон снимают свою версию свадьбы. По мнению шутников, шествие королевской четы к алтарю должно выглядеть именно так. Танцующие Чарльз и Камилла, как ни странно, веселая королева Елизавета, принц Гарри, радующийся свадьбе даже больше, чем брат, сам жених без комментариев. И, наконец, замыкает шествие самая терпеливая невеста в мире. На деле же все, естественно, происходит по-другому. Гости начинают съезжаться на бракосочетание точно ко времени. Элегантная чета Бекхэмов, довольный Элтон Джон с супругом, высокопоставленные лица, причем некоторым приглашенным и сломанные ноги не преграда. Уильям и Гарри подъезжают к аббатству первыми. Братья, просто общаясь, идут к алтарю. Следом появляются престарелые Чарльз и Камилла, едет королева Елизавета, и, наконец, появляется кортеж Кейт Миддлтон, будущей жены и королевы Великобритании. Миллионы людей по всему миру невольно сравнивают эту церемонию с другой, 30-летней давности, когда по этим же ступенькам в намного более шикарном платье с 8-метровым шлейфом поднималась красавица-принцесса Диана. По длиннющему проходу счастливую Кейт под руку ведет ее не менее счастливый отец. Кажется, гости волнуются даже больше, чем сами Кейт и Уильям, стоя у алтаря, обменивающиеся шутками. И вот долгожданный момент наступает. Уильям Артур Филипп Луи, согласен ли ты взять эту женщину в законные жены? Согласен. Кэтрин Элизабет, согласна ли ты взять этого мужчину в законные мужья? Согласна. Перед взглядом более 2000 присутствующих гостей, 2 миллиардов свидетелей у экранов телевизоров, принц Уильям и принцесса Кэтрин клянутся друг другу в вечной любви, которая должна и, скорее всего, будет длиться, пока смерть не разлучит их. Диана Юзбекова, Про новости.